Добрый день всем подписчикам и гостям канала. В декабре 2020 года вышел четвертый номер журнала «Нумизматика и фалеристика», единственное периодическое издание для коллекционеров в Украине. Посмотрим, какими интересными материалами порадовали в этот раз авторы. Как видите, основной акцент на обложке журнала был сделан на монете передовая, посвященной медицинским работникам и военнослужащим. Теперь посмотрим на его наполнение. В начале изображены монеты Украины, которые вышли этой осенью, с указанием тиражей и других характеристик. Далее постоянная рубрика словаря музейного работника для повышения знаний терминологии. Интересная статья о металлических бонах польских кооперативов, которые имели хождение на территории межвоенной Польши с 1920 по 1939 годы, с изображением монет, хранящихся в Национальном историческом музее Республики Беларусь. Далее статья, посвященная математикам, медали, жетоны с изображениями людей, которые посвятили себя этой науке. Есть даже статья о жетонах для собак, с изображением которые выпускались для различных территориальных громад. В середине журнала, как обычно, выдержка из нескольких страниц из каталога «Монеты Европы». Юбилейные и памятные монеты из драгоценных металлов 1948-2020 годов. Венгрии с ценами и характеристиками. Также продолжение знакомства нас с работами модельера Попова Вячеслава. Кто еще не знает, во времена Союза Попов работал модельером на Ленинградском монетном дворе.
Для банистов интересная статья о изображении свободы на банкнотах Франции. Кстати, кто собирает обиходные монеты Евросоюза, знает, что образ Марианны Свободы и демократии чеканят на монетах 1, 2 и 5 центов Парижского монетного двора. И далее идет еще ряд статей, посвященных банистике и фалеристике. На этом завершаем наш обзор. Более детально можете ознакомиться, прочитав данный журнал. Кому было интересно, не забудьте поддержать лайком. Подписывайтесь на канал. Пока!